Погодные условия стали темой общения и генерального прокурора Юрия Чайки с Михаилом Игнатьевым. Юрий Чайка похвалил работу дорожных служб столицы. Он сказал, что улицы Чебоксар были качественно и своевременно очищены от снега, и последствия вчерашнего снегопада незаметны. За прошедшие сутки в столице республики толщина снежного покрова местами достигла 30-40 сантиметров. Для уборки были почти экстремальные условия, поскольку это тяжелый снег, насыщенный влагой. С 8 вечера на уборку дорог, тротуаров и остановок вышло 90 единиц спецтехники и более 40 дорожных рабочих только от предприятия «Доракс». За ночь были максимально убраны все магистрали города. Вывезено 4000 тонн снега, а на проезжую часть улиц и тротуары рассыпано около 1000 тонн песчано-соляной смеси. Движение автотранспорта на городских дорогах парализовано не было. 5 декабря на дневные работы по ликвидации последствий снегопада привлечены более 50 единиц техники и 92 дорожных рабочих. Отмечу, что протяженность городских дорог 187 километров, их площадь равна 2300 квадратным метрам.